Закипела тут во мне горючая слеза, и сразу я решил, не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать. Возьму его к себе в дети, и сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю: «Ванюш, а ты знаешь, кто я такой?» Он и спросил, как выдохнул: «Кто?» Я ему говорю так же тихо: «Я твой отец». Боже мой, что тут произошло? Кинулся он ко мне на шею, целует в щеки, в губы, в лоб, а сам, как свиристель, так звонко и тоненько кричит, что даже в кабинке глушно: «Папка, родненький, я знал, что ты меня найдешь, все равно найдешь. Я так долго ждал, когда ты меня найдешь». Судьба человека Михаила Шолохова разрывает сердце и душу накалом эмоций и жизненных уроков. Читать книгу очень тяжко и грустно. Слезы наворачиваются на глаза от сопереживания героям, фронтовику Андрею Соколову и сиротке Ванечке. Человек, прошедший войну, победитель, вернулся к обломкам собственной жизни, потеряв все – жену, детей, дом. Оставшись один на белом свете, он всю сохранившуюся в сердце теплоту передал сиротке Ване, заменив ему отца. Как измерить величину горя человека, который потерял самое ценное и дорогое в этой жизни? В каких величинах посчитать, передать его боль? Потрясающе, насколько емким может быть совсем небольшое произведение. А ведь это действительно реальная судьба человека. Да какой там? Это судьба целого поколения, а может быть и не одного. Именно поэтому я люблю этот рассказ и советую прочесть его каждому.